здоровьица, уважаемые посетители канала. Возможно, не все вы знаете, что я окончил Центральный орден Ленина Институт физической культуры и спорта. Являюсь, можно так сказать, могу работать, хотя уже в 70 лет куда-то мне работать, учителем физкультуры, а также тренером-преподавателем. Так как моя специализация тяжелая атлетика, то по тяжелой атлетике, ну и по общей физической подготовке. И вот мой ученик попросил меня, чтобы я показал простейший такой комплекс для начинающих, как работать с гантелями. Он приобрел гантели и работать с гантелями. Первое. Вы будете заниматься 3 раза в неделю. Выбираете дни, там, допустим, понедельник, среда, там, пятница. Чтобы вас это не напрягало, вы будете делать 5 упражнений. Это первая ступень, 5 упражнений. И так вы прозанимаетесь примерно где-то месяца 3, а лучше полгода. По 3 подхода. А повторение, вот повторение, особенно для сброса веса, если у человека имеется большая масса тела, для сброса веса надо будет делать упражнения в начале от 10 до 15, а в дальнейшем от с тем же весом от примерно 15 до 25 раз. Это для того, чтобы сбрасывался вес, особенно для людей с большой массой тела. Как только вы достигнете в повторениях 25, вы можете вес увеличить. Первое упражнение, которое я рекомендую, это жим гантелей сидя. Садитесь на стулку, можно ровно сесть, не обязательно облокачиваться, сели ровно и обе гантели выжимаете. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, как дышать, обычно говорят. Смотрите, сделали вдох, задержали дыхание, выжимаете выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. То есть, когда опускается вес, делается вдох. Это с небольшими весами. Первое упражнение сделали. Второе упражнение – подъем гантелей стоя на бицепсы. Опять-таки делайте вдох. И на выдохе подняли. Вдох. На выдохе подняли. И так делаем с вами также 8 раз. Сколько? 3 раза. 4. 5. 6. 7. 8. Сделали, отдыхайте. Вот это один подход. Таких подходов начинайте по одному подходу. Один подход жим сидя. Один подход подъем на бицепсы. А дальше будете, почувствовав, что вы становитесь более тренированными, добавлять еще по одному подходу. То есть делать 2 подхода. По 8 раз, там, по 10 и доводить до. Третье упражнение. Третье упражнение называется тяга гантелей в наклоне. То есть становитесь, спинка у вас прогнута, встали и потянули гантели. Значит, сделали вдох на выдохе. Раз, вдох, два, вдох, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Когда вы делаете упражнение, желательно чувствуйте, что у вас сокращаются вот эти мышцы, что вы делаете ими. То же самое, не спеша выжимаете, чувствуете, как включаются плечи, поднимаете, чувствуете, что работают бицепсы, в наклоне, еще разок, чувствуете, что работают вот эти широчайшие мышцы спины. Можно разнообразить это упражнение тем, что можно одной рукой делать отсюда, раз, и тянете сюда. То есть немножечко заводите вперед, а тянете сюда и задержали. Так же, раз, оп, и другой рукой то же самое. Опа, два,
Треть чувствуете, вот так раз, подержите, какие мышцы напрягаются. Когда слегка мы задерживаем, это способствует тому, что у нас лучше прорабатываются мышечные волокна и сжигается жир. Три упражнения мы сделали с вами. Четвертое упражнение — это будет приседание. Желательно под пяточки подложить брусочек. Приседание с гантелями на плечах. То есть гантельки берем сюда, становимся на возвышение, под пятками брусочек, спинка ровная, делаем вдох и садимся. Выдох, встали. И так также 8, там 15 раз. Начинаем с 8 раз. Вдох. Выдох, вдох, выдох. То есть на приседании вдох, поднимаемся, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И так делаем один подход в начале и от 8 до 15 раз. Начинаем с 8 раз. Нормально освоили. Добавляем подход. Доводим все это до 3 подходов и продолжаем заниматься в течение 6 месяцев. Потихонечку наращивая вес. Пятое упражнение. Пятое упражнение как раз предназначено для живот. Делается оно таким образом. Вы стоите прямо и начинаете подъем колена к животу. Делать, конечно, надо здесь побольше. Начните раз с 10 и доведите до 50. Также будете все это делать в 3 подходах. Для начала достаточно одного. Как раз эти упражнения для тех людей, которые хотят сбросить лишний вес. Итак, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смотрите, что еще делаете. Старайтесь в этом положении слегка задержать, чтобы было напряжение. В этом положении также слегка задержать, чтобы было напряжение. Упражнение простое, но очень эффективное. И поехали. Раз, два, три. Чувствуете, как здесь напрягается у вас. И задерживайте немножко. В любом упражнении, чтобы вы чувствовали, какие мышцы у вас работают, что у вас напрягается, и тогда будет у вас нужный эффект, нужный прогресс. В противном случае вы будете заниматься погрузочно-разгрузочными работами, не понимая, что вы тренируете и как тренируете. Отлично! Уже испарина выступила. Появление испарины — это говорит о том, что вы уже увеличили обмен веществ, накопили в организме углекислоту и в целом вызвали положительный эффект, который скажется благоприятно на вашем здоровье. До новых встреч! Если будут еще у вас какие-то вопросы, пожелания, я попробую на них ответить и рассказать вам. А в заключение я показываю вам свою форму, как я выгляжу на 70-м году жизни. Пресс, грудачок, трицепчок, в целом талия, видите, ноги могучие. Так что будете заниматься, будете выглядеть намного лучше меня. Вперед! Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.